Обучение перехвата захвата я начинаю с броска через плечо. Давайте посмотрим. Давайте разберем особенности. Какие здесь существуют? Первая особенность – это дистанция между спортсменами. Первый захват берется за отворот в любом месте, 4 пальца вовнутрь. Первый захват вы взяли, второй захват берется выше вашей руки, 4 пальца снаружи, тоже в кулак. Первый захват взяли, второй захват взяли. У партнера получается ответный захват, он берет в ответ. Но когда вы делаете первый захват и второй захват, вы делаете большой круг. Делая перехват захвата, поднимайте руки как можно выше. На этой стадии обучения у нас появляется круговое движение. Это первая стадия выведения из равновесия. И здесь надо обязательно научить ответному захвату. Обычно это занимает 2-3 минуты. Дети быстро все осваивают. Делая первый захват, раз. Делая второй захват, два. У вас появляется третий захват. Третий захват берется сгибом руки. Сделая первый захват. Второй захват, третий захват. После этого захвата появляется малый круг. Вы должны сделать еще один маленький кружочек.